Ну что ж, подошла к концу самая сложная глава нашего курса. Честное слово, это была самая сложная глава, потому что тут был такой этот избыток математики, что и врагу не пожелаешь. Но все-таки, какое положительное знание мы получили, прослушав все эти большие лекции? Итак, во-первых, мы поняли, что существуют функции не только от одной переменной, а от многих. Естественно, эти функции тоже можно дифференцировать, то бишь искать производные. И тут возникают частные производные. У одной функции многих переменных может быть много частных производных. Для функций многих переменных очень естественным образом распространяется метод градиентного спуска, который мы изучали для функции одной переменной. И, кроме того, мы рассмотрели различные модификации этого самого градиентного спуска. Ну и апофеоз нашей лекции – этот метод Адам. То есть этот метод Адам, он настолько сейчас популярен, что он как раз вот по умолчанию используется вот в тренировках нейронных сетей.